с целью предотвращения ввоза на территорию Республики Абхазия контрабандной продукции, а также незаконного ввоза оборудования для майнинга криптовалют, в Габрском районе был открыт пост ГАИ «Холодная речка». На данном посту в круглосуточном режиме будут вести службу сотрудники Министерства внутренних дел совместно с представителями службы госбезопасности. Открытие данного поста не создаст дополнительных трудностей для движения автотранспортных средств.